Я очень рада опять тренироваться и играть на траве. Когда я играла Ролан-Гаррос, я как бы готовилась к этому турниру, я готовилась к Умблдону физически, я себя чувствую хорошо и очень рада быть здесь. Тяжело переходить с глины на траву, но я уже вчера потренировалась еще пару дней перед турниром, но у меня есть где-то 2 недели перед Умблдоном, так что должна быть готова. Физически себя чувствую очень хорошо, плечо нормальное, я думаю, что на Ролан-Гаррос оно меня не подвело, так что это очень главное и надеюсь, что так же будет здесь.